Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Саммарские новости спорта. В Кубке России крылья советов сыграют с Тамбовом, пляжные крылья выиграли серебро чемпионат России, а Дарья Касаткина стала победительницей турнира ITF в Сен-Мало. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина выиграла французский турнир серии Международной теннисной федерации. В Сен-Мало она в тяжелейшей борьбе одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд 7-5, 7-6, 7-4. У Касаткины ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брекпоинтов и 7. У Зигмунд также ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брекпоинта из 11. Пляжные крылья советов в финальной серии игр до двух побед уступили второй раз Питерскому кристаллу и заняли второе место в чемпионате страны. Кристалл второй год подряд стал чемпионом России. Бронзовые медали у принципиального соперника советов московского локомотива. Железнодорожники одержали верх над Динамо. Лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира был признан футболист Крыльев Советов Игорь Брештель. на его счету 30 мячей. Крылья Советов начали борьбу за Кубок России. После жеребьевки соперником Самарского клуба на стадии 1-16 финала стал Тамбов. Команда играет в чемпионате 2-го дивизиона «Зоны Центр». Матч для Крыльев состоится в гостях 23 сентября в среду. Победитель пары в 1-8 финала встретится с победителем противостояния «Локомотив Лиски» «Динамо Москва». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.